попросили в Макдональдсе на вынос 3 бургера, чизбургера с говядиной. Как они так смялись, пока мы доехали. Вот тут сыра, видать. Картошка фри. А тут какие-то рыбные палочки. Рыбное филе. Рыбное филе какое-то. Там 4 штучки. Да, 4 штучки. Вот картошка. Рыба в тесте. Вот такая штучка. 160 рублей. Вот это стоит 160 рублей. Это по 50. А еще вот сырный дали. Соус. Ну все, отдали 310 рублей. Вот такой мешочек нам дали. Да. Ну, в Польше тоже есть много Макдональдсов. Напишите, сколько стоит у вас поход Макдональдс. Так же или дешевле. 310 рублей, это 5 долларов. Все, ждем комментариев к этому видео. Все, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.